Спасибо за эту песню. Камни. Мы называем эту песню, потому что называть это композиции, произведения. Ну, можно, конечно, тоже. Но у нас это песня. Вот. И решили, как вы, наверное, заметили, не затейливо, прямо так по плейлисту, как это было в старые давние времена. Копье, пожалуйста, маэстро. Thank you.
большую роль на концертах, чем на записи. Ну, вот так сложилось, должно как-то отличаться. Сейчас будет очень крутая пьеса. Первое ее название, когда она прозвучала на публике, оно было несколько менее интеллигентным. Это был рок-клуб, это была рокерская тусовка, песня называлась «Моя любовь к бульдозеру», но позже она переименовалась «Сильные умные машины». Это интеллигентнее, еще больше интеллигентности добавит наша Лена со своим духовым инструментом. Ну, а только не переборщи, это будет слишком интеллигентно. Thank you.
между этими пьесами мне сказать нечего, поэтому мы сразу переходим к военным танцам эльфов. А говорили не о чем говорить. Мы другую пьесу, мы передумали его. Thank you.
спасибо. Это были объявления. Если бы вы знали, почему это так называется, всего рассказывать нельзя. Ну а теперь, Эльфи, это был пиар-ход. Два раза повторили свой проект, сейчас это очень модно. Ну что, Толкин, давай. Ну а теперь пьеса, которую
все равно грех, он придумает назвать ее плотиной. Ну, так как это не совсем плотина, поэтому ее вполне можно так назвать. А иначе придут масло. У нас совсем остается маленький состав для этой песни. Ну, давайте, начинайте. Thank you.
сейчас пьеса с названием «Колыбельный длинный восток». Общее это название, но теперь мы не будем вдаваться, теперь оно так и есть. Длинный восток. Колыбельный длинного востока и короткого запада. Именно. Так, ну, в общем, пейте в конце, если вы проснетесь, с хорошей установкой, по знаку вы проснетесь и будете себя чувствовать хорошо. Сейчас пока плохо. Ну, давайте, начинаем. Thank you.
Ну а теперь, может быть, премьера песни. В конце 90-х, даже, может быть, в середине она была. Потом ее не стало, а тут мы ее взяли и записали бонус-трек. Бонус-трек, вы понимаете, за что вы отдаете эти деньги? За бонус-трек. Супер интеллектуальная вещь. Называется «За горизонт». Сейчас тогда мы диск короткий. Что там? Давайте сыграем что-нибудь еще и более новенького. Вот то, что у нас было записано позже, и надеюсь, Artbeat раскачается и даст это тоже. Будет еще круче. Вот, сейчас мы попробуем сыграть. Сейчас только я не научился смотреть микрофон и смотреть бумажку. Thank you.
111, в основном часы. Вот, чтобы вы так не думали, мы сыграем вам пьесу «Всадники». «Всадники» побывали в месте падения метеорита, убивших динозавров. Сильная радиация воздействовала на этих всадников. Поэтому количество их копыт посчитать просто невозможно. Солнечный бриз.
Это Элайда Остров, это были пьесы с нового альбома, который вот-вот выйдет, мы его уже отдали. Это не инструментальный альбом, это альбом группы «Северо-Восток», но как раз два инструментала оттуда. Они нам очень нравятся, мы их играем. И даже настолько они нам нравятся, что мы не стали придумывать для них слова, потому что зачем портить хорошую музыку. Вот. А сейчас мы сыграем еще один инструментал, но немножко расширенном составе. К нам сейчас выйдут на сцену наши друзья, которые приехали, они долго в пробках на самолете летели из Нидерландов, летели к нам в Домодедово. Знаете, как Домодедово сажают очень долго, по 6, по 7 кругов, один раз даже 84 круга. И они прилетели к нам, группа Holy Cheese. Музыканты из группы Holy Cheese сейчас помогут нам собрать пьесу «Свобода». Западный мир несет нам свободу, мы западный мир тоже что-нибудь принесем, в общем, все будет хорошо. Рене, плиз. Thank you.
споем с нашими друзьями одну, сыграем песню, подыграем из их репертуара. Вчера мы уже отрепетировали на фестивале «Дикая мята». Рики, Кристи, просим вас. Thank you.
We'd like to congratulate Sergey with his new album. I would think it's fantastic to be here to play for you. Thank you very much. Thank you. Группа Holy Cheese. Кстати, завтра в клубе Мецефорте они выступят, ну, можно сказать, в полную силу. Их всего трое, вообще-то в группе больше народу, но они втроем звучат тоже очень хорошо. Это называется, по нашим понятиям, неофолк, или как у нас говорят, фолк-рок. Вы видели, да, харизмы хватает, и умений тоже хватает. Завтра в клубе Мецефорте мы сыграем вместе с группой Holy Cheese одно отделение, они одно мы, ну, может быть, немножко перемешечку еще будет. Вот, приходите, это будет полная акустика, громко не будет. К сожалению, наш Игорь уезжает в дальние командировки. Там в Рио у него какие-то дела наркобаронские. Поэтому будем играть вообще без него. Поэтому это будет очень тихо, интеллигентно. Ну вот, даже приходите, это вытаскливое, это будет тебе без нас, а нам будет хорошо. Вот. Значит, завтра, вот это у нас завтра мясо форты. А ничего, что мы рекламируем здесь? Мы не можем называть название клуба. Вот в одном из клубов, завтра у нас будет концерт. Ну а сейчас еще у нас один гость. Ну как гость, можно сказать. Эх, когда-то ведь 20 лет назад появилась группа Infolio. Ну, грубо говоря, чуть больше, чем 20 лет назад. Там какие-то еще копейки. Мы впервые играли в том составе, который сейчас весь в этом зале. Но, к сожалению, не весь выйдет на сцену. Иногда поврежденные конечности не дают этого делать. А вот вокалист тех времен Олег Федоров, он, говорят, пришел, если он еще не ушел. А, он уже здесь. Сейчас мы что-нибудь сбацаем из тех времен. Микрофон вот в этот. Yeah.
Thank you.
Спасибо Олегу Федорову, это было круто. Мы вернулись в молодость, а теперь возвращаемся в старость обратно. Вот, ну и, наверное, еще немножко осталось. Я уже говорил, у нас выходит вот диск группы «Северо-Восток», и мы сейчас первую пьеску с него прямо вот так вот возьмем и споем. А для этого нам нужна какая-нибудь девушка. Да, одна будет петь, другая играть. Она придет, Оля. Нету? Ну и ладно. Тогда мы начнем без нее. Может быть, найдется кто-нибудь желающий. Добрый вечер, я нашлась. Thank you.
и послушать ей спасибо. Ну и теперь напоследок, вы же, наверное, заметили, что мы не сыграли карамбу. Да. Карамба! Карамба! Черт, подери, карамба! Давайте, маэстро, карамбу.
спасибо за то, что пришли. Вот, вы можете купить новый диск. При этом вам передачу дадут еще и старый за сравнение. Бесплатно. Нагрузку, как советские люди говорили. Вот. А еще раз спасибо, что пришли. Спасибо всем нам и нашим друзьям. Вот за ударной установкой почти весь концерт просидел безвылазный Игорь Шатов. Игорь Шатов, он понял «Северный Восток». В 2005 году к нам присоединился Петр Черниенко, который фактически сидел Сергея Амурова. Старого состава, да. Потом у нас появился Григорий Горностаев, который сменил сначала Владимира Цветкова, потом Владимира Никого. Вот, потом к нам пришла Леночка, Лена Сплаченко, наша прекрасная флейта. Красавица. Спортсменка, комсомолка. Вот, а еще у нас есть одна девушка в штанах не по размеру. Ее называют Ольга Егоршина. Это настоящая деревенская девчонка, Нового года. А еще наши друзья, группа Holy Cheese, Рене, Рики, Кристи, спасибо им тоже. Ну и когда я Олега Федорова, мне самое Федорова. Вот, а за пультом рулил нашим звуком, все претензии к нему, Алексей Денисов, сам Динозатор. Вот, спасибо Арбиту за то, что они так пафосно и красиво и с таким почетом сдали эту переменную облачность. В общем, спасибо всем. Всем спасибо. Всем свободны. Подождите, подождите, мы забыли представить. Это же Сергей Седых! Какой стиль.